покажу вам работу Canva Pro. Смотрите, мне нужно создать обложку ВКонтакте для группы, вернее, для мероприятия. Вот я набрала в поисковике обложка ВКонтакте. Кстати, недавно совершенно Canva выкатила множество для ВКонтакте. Видите, сколько здесь всего интересного очень. И я возьму вот эту вот обложечку. И теперь что мы сделаем? Вот здесь такая девушка нарисована. Я поставлю сюда свое фото. Я ее удаляю. Видите, за девушкой такой идет тень. Я эту тень удалять не буду. Можно ее удалить, но я не буду удалять. Идем в загрузки. Я сюда загрузила свою фотографию. И давайте я ее вот так вот размещу, эту фотографию. Да. И теперь уберу фон. Вот смотрите, Canva Pro что делает? Она удаляет фон прямо вот здесь во время работы вашей. То есть не надо куда-то идти специально. Причем фон убирает ну просто отлично. Потому что если бы я вот с этой веточкой вишни, видите, удаляла фон где-то ну на какой-то программе, то он бы удалился плохо очень. Здесь удалилось просто великолепно. Теперь я вот сюда эту тень размещу сверху себя. Вот так вот можно тень сделать и побольше. Что-то мне так вот захотелось с тенью. Вот так вот. Угу. Вот, есть. Ой, случайно нажала. Да, кстати, можно дублировать. Здесь я напишу мероприятие. Сейчас у меня где-то есть. Так вот сделаем. В MLM через клиентские чаты. Здесь напишу дату, вот, например, 31 мая. Двенадцать Москвы. Здесь напишу, вот так вот размещу повыше. Здесь вот так вот. Читай первый пост. Ну, первый пост я сделаю, чтобы там было написано как условие. Итак, вот вы видите, как легко и просто все это делается. Вырезала фон, да, отлично, просто. Вот плюс здесь масса всевозможных, допустим, вы можете поставить анимацию, если вам захочется, любую. Вот, пожалуйста. Что еще здесь можно? Да, знаете, что очень интересно? Вот я пробовала изменить размер, то есть сделала какую-то картинку, и она мне надо, допустим, в другой соцсети. И я уже делаю с этой же картинки. Давайте попробуем сейчас изменить размер. Допустим, сделаем 800 на 800. 800 на 800. Это будет вот обложка. Это, может быть, будет... Так, сюда поставлю. Закрою. И теперь копировать и изменить размер. То есть можно просто изменить размер, а можно копировать и изменить размер. И у вас будет и такая картинка, и такая. Вот смотрите, в одном фоне одинаковый текст. Теперь мне просто нужно это все взять и сделать больше. То есть, пожалуйста, не надо сидеть.
и делать такую же картинку. Вы просто это все легко делаете через Canva Pro. Да, вот мне здесь цвет совсем не нравится, поэтому я иду, нажимаю на буквочку цвет текста, посмотреть все, и вот сделаю цветом, как у меня кофточка. Вот, и через клиентские чаты тоже сделаем такого же цвета. И размер сделаем побольше, 36, допустим. И меня можно побольше сделать. То есть вот представляете, насколько классно и удобно работать с Canva Pro. Так. Вот так вот. Итак, Canva Pro мы даем нашим партнерам, кто в клубе наставник MLM. Даем бонусом доступ к Canva Pro, вы получаете на год. И второй вариант, вы можете приобрести просто доступ к Canva Pro за 350 рублей. Тоже получаете на год доступ к Canva Pro. Ну вот таким образом вы быстренько увидели, что может Canva Pro. Здесь еще масса шаблонов, здесь несколько тысяч фотографий. То есть вы, допустим, набираете, ну что, вот я искала коллаген. Мне нужно было поставить картинку с коллагеном. Смотрите, видите? И вот эти картинки, они платные. Если у вас Canva Pro, то вы ее берете спокойно. Здесь никаких водяных знаков. Все, и делаете себе посты то, что вам хочется. Продвижение какое-то, набираете любые ключевые слова, не только по косметике, а любые ключевые слова, и вы находите, вот, пожалуйста, коллаген, прекрасно было, стало, просто замечательно. И сейчас вот с этого можно сделать очень красивую картинку для вашего бизнеса. Все, пока, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к клубу «Наставник», стоит 990 рублей в месяц, плюс у нас двухуровневая партнерка, 30% с первого уровня и 10% со второго уровня. Вы можете даже еще и зарабатывать. Ну и вот такой бонус получите, либо приобрести доступ к Canva Pro можно за 350 рублей единоразово.